Всем привет, с вами Екатерина Корунд. В этом видео я покажу вам свои последние рисунки. В последнее время я больше всего рисую для различных детских мастер-классов, чтобы детишки могли за мной очень легко повторить. Покажу, какими материалами мы чаще всего работаем, какие рисунки выполняем и какие фишечки у меня есть для упрощения работы с малышами. Первая техника, которую я предлагаю всегда ознакомиться. Это различные мягкие материалы. Это может быть какая-либо интересная пастель. То есть это цветные мелочки, которыми можно рисовать. Пастель бывает разных фирм. Вот такие милые животные можно нарисовать при помощи пастели. Вот такими вот милыми мелками. Они очень легко размазываются и растираются. Цвета очень яркие. Дети такую технику очень любят. Техника называется сухая пастель. Некоторые работы нарисованы именно ею. Например, вот эта милая лисичка. Очень простая по форме, яркая, красочная, сугубо детская. Вот эта лиса тоже нарисована обычной детской сухой пастелью. Непрофессиональной, самой дешевой. Такая пастель легко растирается пальчиком, стирается стирашечкой. Дети очень любят ею рисовать. Также вот такой вот интересный медведь. Тоже сухая пастель. Здесь она не только детская, здесь она разных производителей. Я подбирала по цветам, чтобы было красиво. Вот такой вот очаровательный кит. Тоже выполнен сухой пастелью. Фиксирую я такие рисунки немного самым простым, самым дешевым лаком для волос. Храню, прокладывая между ними кусочки кальки. Также я делаю для детей различные схемки. Например, мы рисовали белку при помощи анализа геометрических фигур. То есть разбирали, какой формы у нас голова белки, какой формы у нас туловище белки, хвост белки, лапы белки. И уже исходя из простых геометрических форм, потом впоследствии их усложняли. Например, ушки это у нас овальчики, сверху треугольнички и кисточка. И таким образом разбирали абсолютно все части тела животного, которого мы рисуем. То же самое мы делали с котом. Если необходимо, я даже рисую какие-то вот дополнительные схемы во время занятия, чтобы еще раз более подробно разобрать форму животного, которого мы рисуем. Такой очаровательный ежик. Тоже опираясь на геометрические тела. Более сложный уровень лисенок. Тут уже нужно очень хорошо анализировать форму. Очень сложный олененок. Также я предлагаю детишкам всегда начинать знакомство с цветом именно с гуаши, а не с акварели. Техника более простая, более податливая. Красками проще работать. Можно не бояться избежать ошибок, так как мы их просто-напросто замазываем следующим слоем. К примеру, нарисовать вот таких вот милых грибочков с улиточками. За час вполне можно с этим справиться, с этой задачей достаточно простой. Потому что грибы, они простые по форме. Они тоже состоят из овальчиков, из шариков, улитки в том числе, ягодки тоже самое. Можно попробовать нарисовать вот такую вот березовую рощицу осенью. Здесь уже работа со слоями. Учимся смешивать цвета. Сначала делаем фоновые слои, которые обозначают у нас небо, да, в разных состояниях воду, а потом уже наслаивать последующие слои с деревьями, никак не наоборот. Учимся разбирать плановость, делать красивые красочные замесы для обозначения листвы, травы, дорожки,
С детьми необходимо учиться не только строить, но также и смешивать цвета, придумывать интересные композиции и развивать фантазию. Или, например, вот такая вот интересная река на закате. Гуашью тут также нанесено послойно. В начале небо градиентом от темно-желто-оранжевого в белый. Потом сверху идет наслоение красивого голубоватого оттенка. Здесь также сначала прорабатывается общий фон травы и воды. А потом уже разрабатываются передний план, задние планы. Такие достаточно простые рисунки. Очень легко рисовать с детишками. Они очень яркие, им очень нравятся. Поэтому всем советую обратить внимание на такие техники. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Впереди много интересных видео.